И с вами снова Ти. И еще один КВшка. Русский, не русский. В этот раз съемка была чутка начата позже, поэтому название клана вы увидите попозже. Еще одну пить будем. Я прям предвкушаю. Стопудово, начнет вот этот Аарон Вульф, он будет этим авкером нахуй, это стопудово, бля. И Вова замолчал. Где Вова? Да, пошли. Присутствую здесь. Нахуй, чё с Женей? Чё он набит? Цель определена. Ну, а как... А, это Ти-Джо. Шлюха какая. Ну-ка, сука, нагнись. Вон он, этот прыгунчик хер. Молодец. А мне кажется ли он на улице? Мне тебе не кажется. Блин. Тебе не кажется, да. Кишочки там будут. Да, ё-моё, пока тупил. Пока соображал. Да ну нахуй. Наше подразделение нас было... вынесли. Это сейчас просто Раш был. Жёсткий. Ну а теперь знаем, что не любит рашить, всё. Уничтожьте цель. Значит, можно гранаты заранее кидать. Риски. Угу. Вон он там, на первом этаже. Серьезно, тебя снайпер снял? Да, что ты хочешь? Его снял снайпер. Кстати, я хотел посмотреть, что это. А. Немецкая снайперская винтовка, нан. Да не. Этого снайпера нужно, блядь, потолкой мочить. Чтоб он растеряшкой был. Блин, не пиши херню. Кто? Я ебал, это не я писал. Я знаю, кто это писал. А, прикиньте, сейчас один затупил этот. Они все за стеклом прячутся, кстати. А, все прям. А ага. Что за бред? Я такой косой. И что делать? У меня гранат вообще нахуй никак. О, нихера себе, что это было. Вообще неожиданно. Чё, рашить? Выбора нету. Мы одного только замочили. Надо было сзади обходить, взрывать, чтобы они... Они простреляют тебя сейчас. Да, блядь, чуть-чуть не дотянул, сука, сука. Калит. Цель определена. Калит, да, калит, ага. Сейчас проверим свои снайперские способности. Да, ты снайперку взял, заебал. Ой, там на это. О, снайпер в ангаре снайпер. Я понимаю, что снайпер в ангаре, но я не могу даже дойти. Опа, он этот на улице, да-да. Все, замочил. Где он? Убили его? Убили, все. Good, пацаны, good. Миха, взрывай давай. А, один за дверью. Ага, понял. Другой да внутри. Что за хрень-то не так? Все, снял. Пипец, нормально. Теперь я нуб. Да, хуёво, да. Да нормально. Вынесли. Не нормально. Уничтожьте цель. Там снайпер меня постоянно калит. А, на респе там будет. Наверное. На верхний был. Сейчас посмотрю, аккуратно. Блять, внизу будет. И на респе. Чё, пацаны, шуметь собираетесь, нет? Пошумим, блять, давай. На первом этаже, да? Вижу. Да, на первом. Какой по-хорошо сработал.
Блин, у меня патронов нету. Пизда вы это. Где-то же сверкал, сука. Ну сейчас кто такой вот пробежал. Куда только съебал, вон он. Да иди уже, умирай. Сука, я один остался. Ну, против четырех. В туннель, блядь, ну ладно, похуй. Идет Саня через кишку. Прыг, скок. Давай, выпрыгивай, пулю в голову заебал. Блядь, хуёшь, что третьего лица нельзя смотреть, да? Ну а что поделать? А вообще двое идут с кишки, двое идут слева. Ну пиздов, Саня, нахуй. Все, нахуй, он уж прожил свое заебал. Саня, иди помри, а, ну-ка играй уже это. Гаси нахуй, давай, о, блядь. Вот ради этого мы сидели, ждали столько времени. Да? Да он какой-то читер, блин. Он меня бесит, этот чувак. Да, пидоры, они пидоры. Я изначально, блин, за свою эту характеристику. И там... Да ёб, ты ж затупил. Маешься. Да ёбана, чё их там... В ангаре еще один. Да, еще один прибежал. Да пошли нафиг уже. Суки. Цель определена. Невозможно. Уничтожьте цель. Правило 3N, нет ничего невозможного. Ой, все в ангар побежали. Серьезно? Ебать! Один кот себе там пиздос. Вообще жесть. Ай, блин, второй снял. Хера творится жесть. А, смотри, цель не высекает. О, нихуя себе. Они тупо зарашили сейчас. Да, мы давайте камперить тупо. Ну давай посмотрим. Просто забегаем внутрь, если ждем. Да, кемперим. Не забываем. Ну как останется 20 секунд, похуй, бежим, убиваем. Что? 20 секунд останется, бежим, убиваем. Да, мы кемперим. Бегут с ангара. С этого кишки. Черт. Да ёб твою мать, Женя, баран тупой, блядь. Пошел он нахуй, съебись отсюда, во, блядь. Долбоёб ебаный, блядь. Женя, пидор, ушел нахуй, а. Скажи, что мы больше сюда не сувался, нахуй, он заебал меня. Да-да, успокойся только. Да я из-за него нихуя не вижу, блядь. С левой стороны кишки. С левой стороны кишки, понял? Да-да. Да он ВХ, нифига себе ВХ. У нас все время еще не целая минута. Он за машиной там. А, слева обошли, с ангара. Да блять, да вы че? Я поздно заметил. Да ебать, он че ебнутый? Он ВХ. Уничтожено. Я просто там сидел, прикинь, и... Но я никаким образом туда не мог, ну, меня там увидеть. Уничтожено цель. Что делать будем? 5 кем за кемпером. Да я хуй его знает, почти победили же нахуй. Да это даже близко почти не было. Ну один на один оставались, это уже заебись. Один в ангаре. Снайпер нахуй. Два в ангаре. Ну понял. Так, снайпера подстрелил. Но не убил. Сейчас. Нет, ну я вот так заебись подстрелил, у него мало хп. Наверное, не полезут. Опа, у меня попал.
Блин, он убил меня. Надо снайперку взять. А хотя... Да, снял, молодец. Все, идите вдвоем на этот, на объект. Аккуратней будьте. У Сани никого нету здесь. Миха, за стеклом смотри внимательней. И слева, да, проверь. Слева, вправо смотрел? Нет. Цель взята, нами под контроль. Ну хуй знает, он, наверное, уже пробежал там. Ага. Ой, блин, здесь! Сука! Блять, сука, наше сука, почти! Мат. Ну хуйня полная, вообще, блин. Одни маты, одни маты. Да почти. Да, невозможно так играть вообще. Ну конечно. Где? А, на это? Уже никто не есть? Женя мертв уже. В ангаре, говорит, снайпер. Давай крой кишку, я этот буду с ангара смотреть. Так я с ангара смотрю, заебал. Так у меня снайпер, кажется, просто. Да все, я заебал, я четко сделал. Опа! С кишки. Снайпер. О, у меня снайперка лежит. Да, сука! Меня другой ёбнул. Уничтожено. Юлайт кампер, бля. Пошел нахуй, пидор. Нихуя, я еще в равенстве, бля, я хуею. Обнаружено движение. А я бы лучше не смотрел на свой счет. Визуальный контакт. Полный минус. Мне тоже смотреть бесполезно. Кто-нибудь базу кройте. О, блядь, в это, там один будет. Кишку один ушел, да, вниз? Нет. Нет, не ушел. Ой, блядь! Нихуя не метки, да ну нахуй, он реально читер. Он ВХ, ебать. Вот это отвечаю, 100%, там сами их дохуя вообще. А, и вдали, вдали еще. Опа, нихера. Да блять, сука. Они, кстати, чисто гранатами закидали. Ну, вообще пиздец. Ну, как будто, блядь, знали, что мы там вот все будем. Они, может, не знали, просто тупо зарашить вместе захотели. Да, нахер, хедшотку мне. Завалили меня. Взорвали объект. Уже за стеклом. За стеклом один. За дверью. Да ну нафиг! Да все уже на базе все. Ждите его, он объект придет. То есть давай. Да, он придет. Он Миха там с ангара. Он все идет, идет, идет уже. Он у Жени, он Женя, все, он уже Женя. Ему за. Да сука! Наше подразделение. Все. Я же прям бошку ему хуячил. Надо было миллиметраж повыше. Чуть-чуть. Просто доли капельку выше чуть-чуть взять. Я хуею. Тихо, все, нахуй, пошли в пизду. Ангар давай. Ой, вы в госпиталь. Все, Женя уходит, так что все. На Женю, ну.